Всем привет! Перед вами ретро-ноутбук Toshiba Satellite Pro, модель T2150 CDT с активной TFT-матрицей, нативное разрешение матрицы 640 на 480. Это 486 DX4, 75 МГц. Intel. 8 мегабайт оперативной памяти. Жесткий диск родной на 528 мегабайт был заменен на 30 гигабайт, из которых увиделось 8 гигов. Разделен был диск на 4 раздела FAT16 по 2 гигабайта. Достаточно нечасто встретишь, чтобы 486 увидел такой объем жесткого диска. Не каждый Pentium даже увидит. Видеокарта Chips and Technology 1 мегабайт. CD-ROM тут двухскоростной. Отлично читает самописные диски CD-R. Тоже большая редкость. И звук ESS, совместимый с Sound Blaster Pro. Естественно, с нативной поддержкой в чистом DOS. Запустим сначала DOS, тесты, игры, а потом Windows 95. Так, мы видим 406 процессор, 75 МГц, оперативная память, жесткий диск, видим, 8 гигабайт. В NSSI процессор набирает 33 800 драйстонов. System Information компьютер набирает 142 очка. Диск набирает 13,4. И общая производительность 99 очков. И SpeedSys еще запустим. Тридцать один балл. Сейчас я перезагружу ноутбук, чтобы подцепить CD-ROM драйвер. И вот сразу же на примере игры болванку покажу, что читает без проблем.
watching Mega Race 2, the show for people with virtually no feelings. Wow, Shirley, love the costume. Thanks, Lance. I'd feel totally naked without... Далее запустим, конечно же, Doom 2. Следующая Duke 3D 320 на 200 точек. Так, запустим команду DN Raid, чтобы увидеть FPS 19, 18.
Следующая игра. Вичхавен. Довольно требовательная. Morningstar и Armor. Ух, монстрина. Готовчик. Шикарный 3D экшен, хоррор такой, фэнтези. Вичхавен. А теперь переходим в Windows 95. Есть у меня тут эмулятор Atari 2600. Далее игра Warcraft 2. В знаменитом переводе от СПК слово палитра код.
Следующая игра. Первые герои. Следующая игра. Need for Speed. Часть 1.
В заключение можно добавить отличный ретро-ноутбук, хороший экран, активная матрица, звук работает чистым DOS, много места на жестком диске, CD-ROM читает CD-R-болванки. Не машина, а мечта. Спасибо за просмотр. Всем пока.